Японская фирма Sony, известная как производитель бытовой электроники, представила электромобиль под названием Vision S. Впрочем, проектированием автомобильной части занималась австрийская компания Magna Steyr. Кроме того, в проекте поучаствовали именитые бренды Nvidia, Continental, Bosch, ZF и Qualcomm. Сама Sony разработала только электронную начинку и программное обеспечение, то есть шоу-кар выступил как объект для демонстрации возможностей компании. Так Vision S имеет 33 датчика, которые оценивают обстановку снаружи и внутри автомобиля. В частности, умная электроника следит за состоянием водителя и пассажиров. Например, концепт сможет определить, что пассажир на заднем сидении уснул, и отрегулировать температуру вокруг него для более комфортного сна. Авторы проекта уточнили, что машина пока отвечает лишь второму уровню автономности, однако в систему заложена возможность роста до 4-го и 5-го уровней только за счет обновления прошивки. На передней панели сразу 5 экранов, притом крайние заменяют зеркала заднего вида. Вдобавок Vision S стал местом инсталляции аудиосистемы 360 Reality Audio. Ее динамики встроены в каждое из 4 кресел. Уверяют, что звук этой акустики настолько реалистичен, что слушатель почувствует себя на концерте. До этого такая технология использовалась только в наушниках Sony. О технической начинке сказано непозволительно мало. Заявлено лишь, что спереди и сзади установлено по одному электромотору. Позднее глава проекта Изуми Каваниши подтвердил, что Vision S исключительно воплощение перспективных технологий. Серийно выпускать электромобили под своей маркой Sony пока не планирует.